Всем привет! Сегодня у меня вот такая маленькая посылочка с сайта AliExpress. Я ее очень долго ждала. Она давно уже отслеживалась, что ее кто-то получил. Но я все равно ждала и дождалась. Это вот такие две маленькие пластиночки. Опять же, для стемпинга. Такие красивые. С интересными такими рисунками необычными. Всякие тут и вензеля, и веточки, и просто какие-то одинокие, одинарные рисуночки. Вот. Сейчас я распакую, посмотрим их поближе. Подготовила я два лака. Пинпай один и Лула. И сейчас мы будем тестировать. Начнем с этой пластинки. Номер ОМ-Б02. Видно, надеюсь. Так. И новый штампик мой. Вот этот. Красивый, прозрачный, силиконовый. Сейчас мы его еще раз протестируем. Так, ну с чего мы начнем? Замечательно. Хорошо вроде взял и отпечатал. Так, давайте вот этот. Что тут у нас за фигура? Ой, как красиво получилось. Посмотрите, как красиво. Второй рисуночек. Господи. Так. Давайте красным попробуем. Вот этот красивый такой. Вот такой праздничный прям вариант. Ой, ну обалденный. Перепечатывает хорошо. Даже краска вся какая была взялась. Аж залилось тут. Шикарный и штампик. И пластина. Я думаю, что все это хорошего качества. Вот, посмотрите, как классно, четко все линии видно. Такие восточные рисунки. Вот, прям замечательные. Так. Поехали дальше. Еще попробуем какой-нибудь с этой пластины. Ну, допустим, вот этот. Тоже интересный. Да что тут? О! Прелесть. Просто прелесть. Штампик забирает в себя все, поэтому надо протирать хорошо. Краску лишнюю не лить, чтобы не было излишеств, потому что он все цепляет на себя. Достаточно липкий, хороший. Ой, ну как красиво, посмотрите. Пластина вообще замечательная. Чудо. Это просто чудо. Ну, давайте еще вот из этих маленьких какой-нибудь попробуем. Не знаю, это этот, что ли. Еще не так легко удалить лишнюю краску. Видно? Вот такая вот загогулина. Так, ну все, теперь давайте к другой приступим пластине. Другая у нас номер ОМ-Б20. Тоже такая красивая, интересная. Так, вот это перышко, раз оно у нас находится в центре. Скребок прозрачный, его вообще можно потерять с легкостью.
вот такое перышко. Так, как вам получше показать его? Сейчас на бумаге. Продержала. Перышко бедное, оно не успело приклеиться. Оно все на штампике осталось. Так, ладно. С перышком пока отставим. Так, ну вот эти колосья сейчас попробую, раз они тут тоже в центре внимания у нас. А, чудо! Чудо колосья! Нельзя медлить, потому что вот эта краска Лула именно, она очень быстро засыхает, с ней надо вообще держать ухо востро. Так, что тут мелкий какой-нибудь возьмем рисунок, прям мельчайший вот этот. Сейчас посмотрим, справится с ним штампик или нет. Справится. Вот в этом штампике я теперь уверена на 100%. Он справляется с любыми трудностями. Ой, все на него, правда, налипает. Какая-то даже как смазка остается. Облаков, жирность какая-то. Это просто чудо. Опять она у меня почти осталась на штампике. Пока я любовалась красотой. Так, что, какой еще вот этот? Немножко лишнего взяла. Сейчас мы зелененьким. Ой, прелесть, красотища. Да и все. Вот. Ну, короче, все. Хватит на этом мучить. Я думаю, вы все поняли. Штампик обалденный. Пластинки обалденные. Всем рекомендую. Ссылочку оставлю. Всем пока и спасибо за просмотр.